Доброе утро, соседи! Иди ты в жопу! Да, да! И вы тоже идите в жопу! Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Я пукаю не только попой, но и влагалищем. Да, братан, блядь, так не говори, ну нахуй, блядь! I made you my bitch, Jesse. Bitch, bitch. Yeah, bitch, Jesse. Bitch. No. This is Sparta. No, this is Patrick. Мужик, я нихера не понял, что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца. Парочка первоклассных убийц, чувствительный громила, полубог, суперсолдат и я. Какой нынче курс на черном рынке? 1 к 120 000, генерал. Так вот, за 1 рубль дают $120. Итак, перед вами прилавки, заполненные мясом. Тут и ребрышки, и грудинка, и окорок, и вырезка. И чтобы среди этого многообразия определиться с куском, который подходит именно вам, необходимо выполнить ряд несложных, но эффективных действий. Первое. Удостоверьтесь в том, что мясо, которое лежит перед вами, абсолютно безопасно и пригодно к употреблению.